Привет! Сегодня не клип предлагаю посмотреть, а трейлер. Русский трейлер «Агент Джонни». English. Англия. Так, ну что, посмотрим вместе давайте. Что же там? За кино? Ау! Мистер Бин! Агент Джонни! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Осенью. Известный шпион. Where's the streetwise Hercules to fight? Мистер Бин! Вы исключительно прелестны сегодня. Вы исключительно прелестны сегодня. Дзинь. Постарел уже так. У нас проблема. Чудно. Личности всех наших действующих агентов раскрыты. Страна на пороге катастрофы, а вселенная посылает мне вас. Сэр! Я тоже рад, Бафф, но нас ждет миссия, не медовый месяц. Разумеется, сэр. Локация. Юг Франции, сэр. Ракеты к бою. Но это же просто спортсмены, сэр. Это французы, Бафф, вставшие на пути у секретной службы Ее Величества. Да. Она наш ключ к разгадке. Кажется, я никогда раньше не встречала такого мужчину. Позвольте рассеять ваши сомнения. Вам не кажется? Виртуальная реальность? Полное погружение. Некоторые перестают понимать, что творят и где находятся. Со свойственной мне скромностью я готов заявить, это не мой случай. Умоляю, скажите, что наш агент продвинулся хоть на шаг. Цель обнаружена. Самое время для надувной обувной коробки. Не в машине, сэр! Вы не могли бы дотянуться до ручки? Никак нет, сэр. Магнитные ботинки. Гениально, сэр. Мы должны оставаться незаметными, Бафф. Агент Джонни Инглиш 3.0. 3.0. Мы встретимся вновь. Я даже не успела соскучиться. Все. Ну что, британские спецслужбы. Это комедия или там такие агенты и есть? Ну, конечно, Бин очень постарел. Ну, так, трейлер. Да, можно было больше задора где-то этот сделать. Не очень понравился мне. Английский тонкий юмор. Легче русский юмор. Там по полной программе. Вот то понравилась только борьба с пробками на дорогах. А идея неплохая. Подумаешь, встретились на дороге, достал ракеты, расчистил все пробки по дороге. В общем, старый добрый Бин вернулся. Будем смотреть. Ждем осени. Пока-пока. До новых встреч. World business, 핵심, 섭외 else need.